Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 76-й серии турецкого сериала «Ветреный холм». Ранее мы увидели Сюнгюль, которая разговаривает по телефону. Голос в телефоне говорит ей. Она упала с обрыва вниз. Ее даже не найдут. Сюнгюль эта новость очень радует. Но когда Зайнеп возвращается домой, на лице Сюнгюль вместо улыбки появляется злость. Новая сцена показывает нам, как Сюнгюль бьет Зайнеп. Девушка падает, но все это увидел Халил. Мужчина говорит: «Теперь я разрушаю твою жизнь, которую спас много лет назад. Что это за судьба?» Мужчина берет за руку Зайнеп и уводит ее. Нам показывают разговор Зайнеп с сестрой. Зайнеп говорит девушке: «Если бы Халил не пришел и не спас меня, я бы уже, наверное, умерла в том обрыве». Новая сцена показывает нам Халила, который сидит возле могилы отца. Мужчина говорит: «Я прошу прощения у вас». Параллельно нам показывают, как Халил читает дневник. Он говорит: «Твой отец просил моего отца передать эту тетрадь». Все еще показывают мужчину возле могилы отца. Халил очень зол. Мужчина берет в руку землю и, сжимая в кулак, говорит: «Туда, куда я пришел побеждать, я был побежден сам». Новая сцена показывает нам, как Халил, открывая двери, встречает Зайнеп с ящиком. Зайнеп кричит: «Выходи, выходи, там змея!» Но Халил включает свет и поднимает ремень. Мужчина поворачивается к Зайнеп, держа в руках этот ремень, спрашивает: «Это змея?» Нам показывают Халила, который в руках держит красную ленточку, и на ней вышита буква «Н». Мужчина, держа эту ленту, говорит: «Я всегда думал, что это за имя с такой заглавной буквой?» И последняя сцена показывает нам, как Халил стоит возле Зайнеп. Мужчина ее нежно прижимает к себе и спрашивает: «Так кто я для тебя? Спаситель или тот, кто втягивает неприятности?» Премьера 76-й серии турецкого сериала «Ветреный холм» состоится 15 апреля.